Всем здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео будем разговаривать с вами про следующий патч игры, если ее можно так называть до сих пор, World of Tanks. Патч называется 1.10.1. Уже по названию понятно, что это не патч, а просто так вот что-то там налипло, пока время шло. Что же налипло за пару месяцев у картохи? И что они там так долго тестируют целыми месяцами какой-то недопатч, в котором ничего нет? Нельзя сказать, что ничего вообще не будет в патче. Конечно же, в нем что-то будет даже для тех, кто играет в игру, именно заходит играть. Не для этих там типа, да я по привычке просто вот это вот, сынок мне включает компьютер после работы, и я, батя, поехал в бой. Эти чуваки там будут думать, что патч грандиозный и здоровенный. Слушайте, для тех, кто заходит в игру играть. Апнут китайскую ветку, апнут немецкую ветку средних танков. У китайцев там всего лишь одна ветка СТ-шек, ветка, которая ведет к 121-му. Как замечательно, что им апнут броню на ВЛД, хотя они уже пробиваются давным-давно, голдой иногда даже в лоб башни, а лючки просто насквозь. И в принципе никто на них не играет. Да, их нужно апнуть. Но им нужно и скорость, и стабилизацию, и точность, и ДПМ, и броню. Они отстают во всем и вдоль всей ветки. Если посмотреть, что изменили 121-му, скорость полета снаряда однозначно нужна, потому что там все летит не очень. Броня корпуса, конечно же, тоже нужна, потому что наклон ВЛД помойный. Но броню башни никто не трогал, а она уже ну не очень. И она, походу, останется на ближайшие лет 5 такой же конченной, хотя она уже вот сейчас конченная. Что будет через лет 5? Ну, она будет еще конченней. Ему зато добавили 100 хп. То, что у нас просто башка пробивается куда попало, ну не прям куда попало, но пробивается намного легче, чем у 430-го. У 430-го попробую что-нибудь вообще выцелить. Танк без уязвимых зон, ему немножечко подрезали броню в лючке. А у 121-го все время лючки были помойка. Верхняя часть лючка 65 мм. Если плюнуть посильнее, можно снести этот лючок к чертям. Да, середина лючка, конечно, там 230. А если в скос стрелять, то там можно и побольше найти. Но в целом, что это за броня лючка 230, а у правого лючка 65. Поэтому лючок, конечно же, помойный, особенно правый. Танк немножко подправили, да, круто, там скорость, мощность двигателя чуть-чуть сделали лучше, но все равно это будет 121. На 430 ты чувствуешь себя уверенно, а на 121 ты будешь себя чувствовать как на китайском тостере, на котором наклеечку поменяли, он типа теперь новенький, но все равно это будет 121. Посредственные игроки на нем не смогут ничего, как не могли и то. А на 430 даже посредственный игрок что-то сможет сделать. В ВЗ-120 апнули чуть-чуть максималку, стабилизацию при поворотах и немножко добавили хп. А то, что у китайцев пушка в небо всегда торчит на перекопанных картах, да пофигу. И башни дырявые. Кому это интересно? Низкоуровневые китайские стэшки вообще шлак полный. Их надо апать просто все параметры, которые существуют. Но им там поапали пару строчечек. Точность с 0.42 на 0.4. Вау, вот это точность. Теперь можно выцеливать не в направлении, а в силуэт. Сведение с 2.9 на 2.7. Офигеть, вот это сведение, это про Т-34-1, 7 уровень. Пока пушка сведется, можно постареть или сыграть как каточку в пух. В общем, конечно же, ап китайской ветки это хорошо, но этого мало и ну такое себе. По поводу нерфа леопарда, там немножко стабилизацию поднерфили, немножко сведение поднерфили. В принципе, танк останется нормальный. Еще что замечательно, у пантеры 8.8 альфа будет не 240, а 280. Это очень хорошо, поскольку танк медленный, большой, ватный, дырявый. У него чисто что прикольно скорострельность, но и пробитие не особо там никакое не повышенное, но и обычнейшее. Поэтому альфы ему не хватало, это хорошо. Ну а по поводу немецких СТ-шек, там очень хорошо подлатают броню во лбу башни.
Причем, что удивительно, на 10 левеле броня настолько сильно повысится, там во лбу башни чуть ли не на 70 мм, щеки там чуть ли не на 100 мм. Интересно, когда ты играешь в игру, а потом хоп, и у какого-то танка во лбу просто километр брони ниоткуда, бабах, с неба свалилось. Вот это в картохе балансит, конечно, замечательно. Нет бы каждый патч потихоньку циферки двигать так, чтобы в игре был баланс. В любой адекватной игре так и делают. Потихоньку сдвигают нужные параметры, и со временем игра практически идеальная по балансу. Но в картошке такое ощущение, что в отделе баланса работают дровосеки. Туда рубанул, тяп-ляп и готово. 100 мм брони туда, 100 мм отсюда. То танк полное говно, то танк сразу имба. Вот с китайцами они что-то там скрупулезно, какие-то там циферочки двигали. Такое ощущение, что китайская ветка СТ-шек просто вся имбовая, настолько сильная, что по чуть-чуть там точность, чуть-чуть там, чуть-чуть брони добавили. Ветка просто неиграбельный шлак, мусор полнейший, они там по одной цифелечке туда-сюда совывают. Немецкая ветка СТ-шек в принципе более-менее играбельная, там очень сильные пушки. Да, конечно, броня так себе, они большие, не сильно быстро ездят, но в целом на них можно комфортно набивать урон и участвовать в бою, в отличие от китайских. Но немцам там просто нарубили столько цифр туда, вообще просто им еще сильнее там пушки апнули, альфу подняли с 240 на 280, пробитие не сильно много подняли, Е50 с 220 на 230, еще и броню башни очень сильно залатали. Да, в целом и немецкую ветку можно немножко подапать, и китайскую, но такое ощущение, что это делается все просто с наскоку, как будто бы за один раз хотят решить на века. Я уверен, что к ветке Е50 и к китайской ветке больше не подойдут в ближайшие лет 10. Все, вот им там цифры на века один раз замазали, и все, больше их трогать не будут. А впереди по-любому еще понаводят кучу имбовых танков с пробитиями там, обычным снарядом уже под 300 скоро у СТ, у ТТ. И вот этой брони тоже не будет хватать. Объекту 140 на ВЛД добавят 10 мм брони и на 1 градус УВН увеличат. Да, это конечно же хорошо. На мой взгляд, китайские танки апнули слабо, а немецкие не сильно-то были и плохими. Можно было чуть-чуть поапать, в принципе, что и произошло, но такие рывки в броне башни, где там чуть ли не по 100 мм добавляется, что это за перепады, непонятно. Также в следующем патче еще доработают карты. На Берлине немножко там бугорочек, наклончик изменят, кучку передвинут, и в принципе все. Карта как была у меня в черном списке, так там и останется, потому что она кончена целиком, а не потому что там бугорочек не так наклонен. Там негде играть, там нет места, утяжей одна дырка, в которую если ты не успел, то все, больше тебе места нет. На зелени два кустика, один холмик и посередине канава, все. Больше играть негде, это не карта, это издевательство, на ней негде играть. Вестфилд наконец-то переделают и на центре изменят расположение домов, и я надеюсь, что не только один респ сможет с центра деревушки вести огонь по зелени, но и другой респ тоже. Было очень странно, что всегда один респ стреляет с середины, а другому даже места там нет. Ну и на Эрленберге все не успокоится, перекапывает там город. Сложно сказать, будет ли это хорошее изменение или нет. Там добавят кучки какие-то, домики дополнительные. Они нужны для того, чтобы закрыть прострелы с бугра с левого фланга. Потому что когда туда подъезжаешь, тебя сбоку простреливают, и ты просто бесплатно умираешь. Также еще переезд через речку станет более удобным. Ну и на Руинберге продолжается война с кучками мусора. Их будут совать, делать меньше, больше. Но в целом ничего глобально не изменится, просто посовывают кучки. Переработают ежедневные боевые задачи, добавят в них еще личные резервы, штатное оборудование и облики экипажа. ФОВ для широкоформатных экранов поправят, новая система управления полноэкранным интерфейсом, хрен знает что это, переход на новую версию звукового движка, класс. Звук был все время в картохе нормальный, и в этом году они его что-то поломали и решили пойти на следующий движок. Честно говоря, лучше пошли они еще дальше. Надеюсь, что звук теперь не будет поломанный,
когда по вам попадают фугасами. В целом, это все изменения, которые вы можете почувствовать именно играя. Для тех, кто в игру заходит не только играть, а еще какой-то херней позаниматься, вам добавят туда еще жетоны, которые можно будет кастомизировать, если вы в бою добились каких-то успехов. Вообще мало себе представляю, что танкисты в бою чего-то там могут достигнуть. Они от базы откатились, это уже надо просто там максимальную награду выдавать. Подробно про жетоны рассказывать не буду, потому что мне они не облокотились вообще. Просто знайте, что их добавят в игру, картошка сделала видос про эти жетончики. Мне они внешним видом не нравятся. Это просто напоминает мне какой-то кусок алюминьки. Даже здесь... видно, что для игроков сделали не богато. Не от души, а просто кусок алюминики. Скромненько, там что-то нацарапали, офигенно. Мне это вообще не интересно. Ну и еще для вас добавят в ранговые бои декали. Класс. В целом, что можно сказать про следующий патч? Апнут танки, которые требовали апа. Поправят карты, которые уже последние полгода крутят-вертят туда-сюда. Карты, которые неиграбельны, с ними ничего не происходит, они с ними не работают. Работают только над теми картами, которые вот решили полностью там их кучками мусора обмазать и совывают их теперь полгода туда-сюда. В целом все. Как-то глобально в хорошую сторону после этого патча картошка не завернет. Так и продолжит барахтаться где-то там на днище. Благо скоро выходят крутые игрушечки. На канале они тоже будут обязательно. Киберпанк. Assassin's Creed Valhalla, может быть что-то еще. Поэтому будет не только World of Tanks, но и нормальные игры. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.